Если в ретикулярной формации активируется поиск не обязательно подтвержденных симптомов вашим заболеванием, а особенно с трагическим исходом, то ваш неокортекс загорается ужастиками. Вы ударили молотком по пальчику. Я немножко утрирую, вот и пошло-поехало в неокортексе, вам ретикулярная формация подыскивает гематома, заражение крови, в лучшем случае ампутация руки, и все идет к тому, что будет заражение крови как результат морг. А вегетативная нервная система уже раскачалась, в неокортексе бешенство, и нарративы ужасные, а исходы смертельные, прогноз ужасный. И симптомы зашкаливают по полной. И тут ретикулярная формация подбрасывает дровишек. Все плохо, спасайся. И это будоражит мозг. И вот, выноси готовенького, кто на новенького.